Подпольный цех по производству вертолетов в Молдавии обнаружили. Подожди, как это, что, вертолет? Почему подпольный? Говори, говори. Вот, ну, подпольный цех по производству вертолетов обнаружили в Молдавии. Подпольный цех? Вот вопрос, почему подпольный? Подпольный цех по производству вертолетов. Потому что, Митя, в Молдавии вертолеты запрещены Конституцией. И это изменение пролоббировали производители молдавского вина в Молдавии. Со словами, в этой стране за вертолеты отвечаем именно мы.